Всем большой привет, друзья! Сегодня в этом видео мы смотрим с вами на новый Lexus RX 350H, привезенный под заказ для нашего клиента из Америки. Автомобиль абсолютно новый, делали на заводе изготовители специально для нашего заказчика. Давайте посмотрим, что притаил в себе новый Lexus RX 350H в комплектации Luxury. Ну что, друзья, вот такой черный красавец. Это Lexus RX 350H 5-го поколения, привезенный под заказ для нашего клиента из Америки. Автомобиль абсолютно новый, 24-й год выпуска. Только-только мы его получили. Автомобиль у нас после всех процедур, после пленок, после полировок, красивый, черный, сияет. Гибридная версия у нас, соответственно. И то, что первое бросается в глаза, это, конечно, его новый внешний вид, новый дизайн. В частности, вот эта задняя часть. Она очень сильно изменилась и выглядит очень интересно. С 2022 года такие Lexus RX 350H в новом 5-м поколении продаются в Америке. Один-единственный вариант силовой установки здесь у нас установлен и вообще применяется для рынка именно Америки. Это 2.5 гибрид, 190 лошадиных сил и полный привод. Ну и традиционно, да, вы сразу можете видеть, что это машина из Америки, потому что здесь нет площадки под номерной знак. Очень красивый внешний вид, и если верить, так скажем, производителю, то для данного Lexus была создана новая многорычажная подвеска и создан автомобиль на видоизмененной платформе TNGA, то есть это все, так скажем, внутрянка также, но оснащение чуть-чуть уже другое. Давайте посмотрим на эти колесные диски завода изготовителя на резине Goodyear. Автомобиль выпускается. Очень красивое литье, такое темный хром, да и вообще формы кузова очень красивые. Итак, давайте посмотрим на размерность этих колес. Колеса у нас, друзья, размерностью 235/50/21. 21 колеса. Также есть новая фишка в ручках. Ручка у нас открывается. Именно есть кнопка в самой ручке. Ручка сама, она недвижима остается. Пожалуйста, задний ряд. Здесь у нас кожаный салон. Музыка Марк Левинсон. Кожа. Также пластик мягкий. И вот тканевая вставочка у нас здесь аккуратненькая. И, конечно же, у вас дверь полностью будет закрывать порог. Здесь электрорегулировки сидений у нас есть для заднего ряда. Климат-контроль, конечно же, для заднего ряда. Видите, все на английском у нас. Именно что касается температуры, да, все в фаренгейтах. Владелец уже дооснастил ковриками. Здесь у нас автомобиль. Темный потолок с люком. Все еще в пленочке. Салон также у нас комбинированный, то есть это коррелирует вот с дверной картой, где у нас есть, конечно же, вот эта вставочка возле магнитолы. И также, вот видите, новая ручка открытия двери. Я вам чуть попозже ее покажу. Потому что было даже сначала непривычно, когда ты подходишь и ожидаешь, что ручка выйдет, но она не выезжает. По техническим данным, еще раз скажу, что это параллельный гибрид, 2.5 мотор, полный привод по системе E4, электромоторы крутят заднюю ось. Электрорегулировки сидений, конечно же. Память сидений у нас доступна. И посмотрите на место водителя. Вместо пилота, так скажем, есть у нас проекция, ее сейчас видно. Хорошая обзорность. Зеркала, как всегда, левое зеркало у вас будет увеличено. Это, так скажем, стандарт для всех американских машин. Здесь у нас будет с вами обычное. Большой мультимедийный планшет. Кучу разных управлений. Климат-контролем, пожалуйста, и подогрев. Вентиляция сидений у вас доступны. Очень интересная шайба для регулировки температуры воздуха. Выглядит интересно, здорово. Также, конечно же, не обделен у нас автомобиль и камерами 360. Вот такой джойстик у нас. Очень удобный. Переключение режимов на электромотор, соответственно, EV Mode никуда не делся. Стояночный тормоз, автохолд. Ключ один. Соответственно, с новыми машинами, друзья, у вас будет один ключ.
небольшая ниша здесь у нас. Здесь у нас, обратите внимание, есть порт для зарядки вашего телефона, порт USB-C, порт USB-A. Еще небольшая ниша, глубокая достаточно, чтобы что-то можно было положить. Два порта USB-C здесь. Здесь также небольшая ниша у вас есть. И здесь, конечно, физическое управление вашей магнитолой, чтобы вы могли быстро выключить, например, ее. Кнопка запуска в необычном месте. Искал ее сначала здесь, но потом увидел, что она расположилась здесь. Хорошая, удобная приборная панель. Все здесь у нас понятно. Открывается все, все видно. Сейчас дверь мы закроем. Все, вот так у нас выглядит приборная панель. Сейчас пробежимся по меню, посмотрим, что у нас здесь. Здесь, как всегда, у нас, пожалуйста, температура за бортом, сколько километров, запас хода. Здесь у нас режимы езды, можно все управлять вашими, допустим, сиденьями. Помощники все здесь тоже отображены, пожалуйста. Режим езды, спорт. Меняется у вас и здесь, конечно же, сразу в спортивном режиме. Потоки энергии как распределяются. Также, конечно же, и по системе полного привода будет у вас тоже информация в движении. Посмотрим на бардачок. Бардачок у нас, соответственно, тоже из кожи. Глубокий достаточно бардачок. Открывается он, как всегда, традиционно для Toyota, для Lexus с двух сторон. Еще раз обратите внимание на эту кожу. Кожа плюс ткань вот здесь. Очень хорошее решение. То есть вот это будет более устойчивое к воздействию внешней среды. Итак, давайте попробуем открыть автомобиль. Как открывается автомобиль? Нет никакой ручки, как мы привыкли видеть. Вот есть у нас она здесь. Вы должны нажать на нее, и дверь у вас откроется. Вы ее толкаете. Все очень просто. То есть на себя не надо. Если только вы на себя дергаете, то надо два раза. И тогда у вас откроется. Не знаю, это неудобно. По-моему, нажать проще один раз. И у вас, соответственно, дверь откроется. Или два раза. И тогда дверь у вас тоже откроется. Интересное впечатление оставляет Lexus RX350 в салоне. Интересный руль вот с такими решениями. Торпеда, обратите внимание, имеет множество рельефов различных. Музыка, пожалуйста. Достаточно, кстати, длинная торпеда. Бардачок давайте заглянем. Здесь книжки у нас по эксплуатации автомобиля. Мягкий материал обит у нас здесь. Бардачок, вставка под дерево. Возможно, кстати, это дерево и есть, честно говоря, не знаю. Да, и давайте, что еще вам показать здесь. Ну, в настройке вот такая же, в принципе, магнитола, как и на Sequoia. То же самое. Здесь такие быстрые настройки. Ну и приборная панель здесь, в принципе, у нас запас хода, там адаптивный круиз-контроль, то, что мы хотим с вами настроить. В общем, это все тоже можно выключить, можно включить. Компас, музыка, как раз вот сколько вы перемещались на электротяге, ваша батарейка, сколько она имеет, последняя информация по езде, адаптивный круиз, ну, в общем, тоже очень все понятно и функционально. Мотор A25FXS 2.5, последовательный гибрид, 190 лошадиных сил в совокупности с вариатором, друзья. Рекомендует лить масло 0W16, как вы можете видеть. Давайте оценим звук. Что можно сказать еще про данный мотор? Применяется он и устанавливается только на модели Lexus. Это NX, это RX, это ES. На данные машины устанавливается такой же двигатель. Багажник у нас на электроприводе, друзья. Ну, здесь ничего сверхъестественного. По месту нормально. То есть, в принципе, очень много сумок, каких-то багажей влезут сюда. И есть у нас также запасное колесо. Ну и финально, друзья, в конце нашего видео я должен, просто обязан сказать
о стоимости данных автомобилей. Из Америки, друзья, такие машины, именно говорим сейчас про новые, можно привезти район 11 миллионов рублей. Вот такой Lexus RX 350H в нашем сегодняшнем видео был. Не было у нас особо много времени с ним как-то детально познакомиться, но думаю, вы, в принципе, сформировали какую-то картину о этом автомобиле. Не забудьте подписаться на наш канал в Телеграме, в Ютубе, на Яндекс.Дзене, также следите за нами в ВК. На этом все, с вами была команда Volka.ru, всем пока-пока!